В эти минуты у Дворца Республики в Алматы проходит вечер памяти Батырхана Шукенова. Сегодня заслуженному деятелю Казахстана исполнилось бы 53 года. Но до этой даты он не дожил почти 3 недели. Певец скончался от инфаркта. Его песни сегодня звучат в разных уголках планеты. Так поклонники Батыра отдают дань его памяти. Девчонка из Орёл. В честь мероприятия соорудили специальную сцену. Сейчас у нее собралось несколько сотен человек. Организаторы ожидают порядка 10 тысяч. Народ продолжает прибывать. Вечер открылся выступлением группы «Чекфлик». Музыканты исполняют песни из репертуара Батыра. Чуть позже начнется показ фильма-концерта «Батыр Лайв». Это кадры с выступлением артиста и отрывки из его интервью. Стоит отметить, что изначально концерт планировали провести в самом дворце. Однако позже от этой идеи отказались. По некоторым данным, родственники артиста посчитали неуместным проводить большое мероприятие раньше, чем пройдет 40 дней со дня смерти. Кроме того, здание вряд ли вместило бы всех желающих. Вечера памяти в честь Батыра сегодня пройдут также в Москве и Китае. Мы не хотели ограничивать наших горожан тем, что билеты будут ограничены, доступ будет ограничен, а на площади могут в любое время и любое количество человек собраться. Сегодня мы ожидаем около 10 тысяч человек.